Ну что, братья, Rock and Stone, Deep Rock Galactic. Играем вместе с Хиггсом. Да, именно. Хотел сказать Meta Preserve, но нет. Ну да, Dispatcher Preserve. Yes. Yes, yes. Это значит, шахтерская экспедиция, хрупкая позиция. Или как это по-русски? Позиция хрупкости, да, написано мне. Окей. Rock and Stone, yeah! This is a simple mining mission. Deposit your quota of Morkite into the mule, and we'll send a drop pod to get you out. Good luck. Gold! Golda. Lights up! Just take your sweet time, old lady. Ah! Ah! Копатель онлайн, отойди. Find some nitro. Oh. Да, я скорее вспоминаю эту, когда мы, блин, с этими дрались и нитру искали. Ох, никто такое никогда не забудь, прям вообще запало в душу. Да, да, да. Это было классно. Так, назойливая моль, да, нужно уничтожать тоже. I like the sound of that. Damn! Золото, золото. Бриллианты, алмазы. Yeah. Terrain scanner just got updated with a new location. Killer be killed. Incendiary grenade. Enemy frozen. Secured. Keep it up, miners, and we'll soon be swimming in beach floats. Performance point bonus is active. Что-то тут еще летает, да? Уже нет. Donkey, come here! Так, going deeping, да? Пошли глубже. Deepish meepy, да. Lighting up!
I think we need to dig here. Так, не понял, мы что, вернулись туда же или как? Да. Мы туда же, что ли, кругом прошли? О, были. Будь другом, пройди кругом. Бурильщик, будь братом. Пробури квадратом. В чате пишет, что из тебя неплохой рифмоплёт. Это ж классика. Что там у нас такое? Нам туда нужно? Непонятно. Бисмарк. О-о-о, ни хрена себе. У кого-нибудь есть криограната? Да. Вот в них кинь. Не знаю, попал, не попал издалека. Немножко попал, но... О, отлично, красавчик. Бляха, муха, промазал. С этим мактеры, блин, а? Да, нам туда или куда? Выглядит, что нам туда все-таки надо. Да нет, все-таки ниже было. What a jaw-dropping experience! Hang in there. The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. Ой, простите. Бывает. Chase the pickaxe! I'm full. Heading to the mule. Аркид добыли, все, в принципе, все задачи, получается, выполнили, да? Mm. Вот еще, кстати, маркид. Так, по... Так, а здесь что-то светится в кристалле. Потом. А, это мне показалось. Все, вроде ничего и нету даже. Знаешь, как-то так. Не получается, ивенты. Да. Чего? Что какая-то миссия достаточно быстрая. Да.
Where is that damn mule? So long, suckers! I call for the mule. Molly, my most trustiest of mules. The mule is for depositing minerals. I found the mule. Donkey, come here. This is where you empty your canister when you're fully loaded. The mule is here. I need the mule right here, right now. Keep it together. Drop pod is en route. Oh, yeah. Лак, инженер. Написал, да? Ну и чё, куда валим? А, десантная капсула уже пришла, всё, окей. Dropbot arrived. Mule is returning to LZ. А, что ты распропустил 3 часа назад? Да, собственно, мы повысили разведчика моего. Поиграли товарищем из чата. Тоже посмотрел нас, Dark Felix. Присоединился в Дискорд, и мы поиграли втроем. Особо ничего такого не было. В принципе, вот мы ивент только начали выполнять, 2 задания прошли. Особо таких прям, ну, жестких миссий не было. Ну да, 4 уровень. Не, был один момент, когда мы чуть не сдохли, но... Да. С самого начала было весело, когда... С одной стороны, этот робот был, типа, save me, brother. Точно, в самом начале. А сзади палк, детонатор. Заспавнился. Мы от одного убегаем, а сзади второй. Да. Самое начало миссии. Коридор. Да-да-да. Еще узкий коридор. Так, ну осталось последний, фасон прошлого лета, последняя миссия, да? Так, у нас минус один в команде. Жаль. Или он еще просто не подключился. Да не, вроде left of the game. Как-то так. Ну что ж, дорогие товарищи, лайки, подписки, шары. За Хиггса, за Андреда, все дела. Вот, и увидимся. Ну, кто продолжает, с тем увидимся, а кто не продолжает, ну... Когда увидимся, тогда увидимся.